Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня тест. Тест интересной сборочки, интересной фреи на максимальный дамаг. Я вам когда-то ее уже показывал, но сегодня мы с вами затестируем после усиления статов. Плюс 14 скилл, плюс супер пэт, который тоже дополнительно дает дамаг, понижает деф, и он не максимальный еще прокачки, я ее тоже переделал. На ней стоит суперсила 6.6, она у меня была 7.7. И, в принципе, мы сейчас с вами затестируем такую сборку с железкой. Почему железкой, вы сейчас поймете на подземочках и на других локациях. И посмотрим, какой дамаг. Я предварительно потестировал, я, честно говоря, офигел от дамага, потому что у меня она собрана таким образом, что у нее практически 25 тысяч крита. Ну, это ни много ни мало, можно и больше сделать. У вас точно так же будет тест Зефира, у которого тоже свыше 30к крита. Там вообще бешеные цифры будут. В общем, ждите этот обзорчик. Правда, на практике, что тот герой не особо актуальны. Почему? Думаю, все и так знают, что там, где пак, там сливы очень часто. В общем, поехали. Кошмарка 4.9. Здесь у нас есть демон, у которого 80 миллионов. И есть обычные кошмары, обычные подземки жестокие. 8.10. Здесь у нас есть мессы и есть дракон. Ну, я вам скажу так. Вот это вообще ни о чем. То есть тут даже тестировать смысла нет, потому что она просто их вырубает нафиг. По дамагу бешеный дамаг у нее. И тут вы нифига не затестите, нифига не увидите. Поехали дальше. Поехали дальше. Я сейчас вам покажу на 4.9, какой у нее реально дамаг. Это не грубая сила еще. Если мы поставим грубую силу, там вообще будет жестко. Но мы не видим дамага. Нету пока такой возможности в игре посмотреть на ком-то максимальный дамаг героя. Почему железка? Чтобы не станили башни, чтобы она по максимуму набрала, можно было бы что-то поменять. Но сейчас мы с вами попытаемся словить момент. Просто пробило свыше, я не знаю, там на повторе, на замедлении посмотрим. То есть 80 миллионов это для нее не предел. И это еще не максимум. Поехали, еще один заходик. Я хочу обычный удар посмотреть. Свыше 80, ребят. Свыше 80 лямов она пробивает. Это у нас сборка без грубой силы. То есть, если поставить, вот у нас железка, которая дает 200% к атаке, да, а можно, но она ничего не дает, она дает, я ее поставил для того, чтобы у нас не станился герой, максимальный был разгон. А здесь же в такой вариации атаки чуть-чуть меньше, но в полтора раза крит увеличен. Но, к сожалению, ну, я не вижу смысла даже ее ставить, потому что мы нифига толком не увидим. Сейчас попробуем, конечно же, такой сборки. Может, у нас что-то вылетит, но давайте изначально еще так потестируем. Я хочу увидеть обычный удар. Крит, по сути, это увеличение дамага там в два раза, да, то есть он усиливается 2, и можно еще дополнительно накинуть за счет усиления грубой силы, за счет крит-урона, именно крит-урона, не крит-удара, не путайте это. Совсем разные вещи. Шанс крита и крит, величина крита. В общем, у нас вот такая вот сборка получается 25к. Поехали еще разок. Вот она на максималку ну, разгоняется благодаря железке, потому что станет. Ну, демона просто нет. Просто тупо ушатывает. Умножить на полтора, то есть плюс
там 40-50 тысяч. То есть получается дамаг где-то плюс-минус 120 миллионов, ребят. На практике, сейчас пойдем проверим это все в обычных условиях. Восемь, но видите по-разному, то есть плюс-минус. Но 28 это самый минимальный урон. То есть надо пару раз выпустить, посмотреть, но это нереальный дамаг. Если поставить группу, будет дамаг еще крит, именно крит увеличен. Ну, просто с одной тычки. И не факт, что там свыше 80, там может быть и 100, может быть и 150 миллионов. Можно еще дополнительно суперсилу апнуть, и здесь у нас будет не 50, а сколько там на у меня там вот 50, да, а тут 70, 65 точнее, плюс 15% еще увеличить. То есть есть еще такой вариант. Но вот этой вот сборки хватает с головой, она не станется некоторое время. Сейчас поставим сюда грубую силу. То есть у нас сам уменьшился на процентуалке урон, но увеличился крит урон. И, соответственно, если она кританет, она кританет очень жестко. Сейчас пойдем в рейды, я вам покажу, насколько она бесполезна в такой сборке. То есть здесь дамаг в подземках это одно. Дамаг на PvP локациях совсем другое. Битва гильдий совсем другое. И он очень рандомный. И на практике, да, казалось бы, вот видите, уже практика вам. Она стоит в стане, вы не можете ее нормально разогнать. Но если запустить где-то снизу, отсюда постараться разогнать, но она все равно будет в стане. Реально дамаг где-то в районе 150 миллионов. Вот она опять станется. Надо кого-то со слоном кидать. Вот 51. То есть такое себе. А вот железка дает на максималку ее раскачать. И реально дамаг 150 лямов можно с этого героя выжить. Плюс этот супер пэт. Если же пойти в рейды, да, вот там взять рейды, например. Ну, ни о чем просто. Просто вот тупо слив, очень быстрый, и дамага вы особо тоже не увидите, потому что такая сборка героя, ну, на фарм локации некоторые, да, идем на экспедицию, на PvP локации, такс, идем где-то, идем в экспедицию. Она просто разгребает, да, всех. Без разницы, какие там прокачки. То есть она пробивает очень жестко. Но на практике уже проверено, что этот дамаг, ну, хватает и обычной сборки. Ее дамаг не особо. Главное, чтобы она была выживала. То есть надо какие-то отхилы ставить, неуязы ставить, маскировка та же самая. Такого плана. Крутой дамаг, но вот, например, если посмотреть здесь, она вот зависла на этих таких же голубях, и она их бьет по одному, толку от этого дамага. То же самое она будет бить там Зефира, например, толку никакого. С таким дамагом она попадет на ту же самую Мэри, она просто отлетит с одной тычки. То есть на божество тоже с отражалкой просто отлетит и нифига не сделает. То есть не всегда и не везде этот дамаг себя оправдывает. Ну, то есть в рейдах, как видите, да, она дамажит, но видите, надо еще и точность. Мало того, что вы ей дамага сделаете много, она не попадает. То есть надо думать над точностью. Вот и все, вот и вся ваша фрейя. У героя нормальное уклонение.
Все, и вы нифига не сделаете. Как бы вы ни старались, и она толком тоже нифига не сделала. Да, дамаг обалденный. Поехали на перешествие, сбегаем. Сейчас поставлю ее где-то... А, она у нас с краю стоит. С другой стороны поставим Атланта, чтобы не было у нас смотра. Heroes Trial, идем на хард, на максималку, на десятку. Пока у нас дамажит юнитов. Нифига не успела она сделать. Как обычно. Блин, вот задрали эти уже баги. Куда они нормально сделают? Чтобы не нанималось больше юнитов и можно было сразу же нормально нанимать. Поставьте, блин, ограничение 70 и все. Патрончики. Идем против тест, потестируем. Ну, то есть таким образом делаете максимальный дамаг, вы себя ограничиваете. Вот я не видел, там 20 лямов она пробила, 23 ляма. Да, критом она круто дамажит. Ну, она тут, по сути, многое не продамажит, потому что тут такие герои-противники, что нифига тут не получится нормально ударить. Давай еще попробуем, поищем. Так, Влад Дракула. Ну, тут что-то поинтереснее может быть. Блин, они все с углов забегают, не хотят бежать сразу на нее. Ну, видите, некоторых я все-таки шатает по максималке практически. Она их убивает, но не знаю. Стоит ли качать такую сборку чисто ради прикола, ради фана, ради дамага? Как вариант, да. Но чисто ради того, чтобы потрешивать на других локациях, против других противников. Ну, это не особо актуальная сборка, как по мне. То есть чисто ради прикола, ради того, что вы будете выбивать, и то не факт, потому что вас будет станет, видите, все-таки железка намного круче. Выбивать будете 150 лямов в подземках, для фарма в подземках вам хватит любой сборки, то есть не обязательно делать максимальную атаку, она будет у вас все равно пробивать, даже если вы сделаете ей... Там не особо топовую прокачку, но дадите какие-то бафы, да, там тыковка, либо купидон бафнет, она будет в разы больше выпивать. Вот. Ну, а так, не знаю, чисто ради фана, да, на практике вообще не актуально. Потому что жизни нет, если вы добавите ей стойкость, это увеличит там, сколько там, 200 с чем-то процентов. Добавите ей маскировку, выживание, она будет дольше жить. Ну а так, видите, от этого дамага толку, по сути, никакого. В общем, такой вот герой, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите хорошего тестика Зефира с максимальным дамагом и практичности. Всем удачи, всем пока.